Анатолий Петрович, что вы можете сказать людям, которые вас поддерживают? Я хочу сказать огромное им спасибо. Я уверен, что те люди, которые меня поддерживают, никогда в этом не разочаруются. Я подарил своей родине, всегда служил своему народу, своему государству. А вот эти люди, которые сидят здесь за плохо, это именно преступники, я не боюсь их так называть. А сбор, ну за них стоит большая политика. И все об этом прекрасно знают. Тот страх, который надвигается, когда мне сняли политический фильтр, который мне находится в августе, последние два года, и наш напугал до самого Кремля. Вот это шоу, которое они устроили, это прежде всего бесплатная реклама, которую за деньги не сделали. Я в какой-то степени им даже говорю спасибо большое, что они меня подняли и даже наместили. На весь постсоветское пространство, как мне пишут письма сюда, со всех уголков нашей великой страны. Я всем передаю огромное спасибо большое. Так что не сомневайтесь, никто пусть не сомневается во мне. Мы пройдем этот путь достойно и честно. Все прекрасно. Только мне стыдно, стыдно опять за нашу Россию, за правоохранительную систему, которая идет по такому пути. Мы уже это проходили, когда против меня было совершено преступление 20 лет назад, когда меня как депутата. Анатолий Петрович, как у вас здоровье? Каждому какое здоровье. Слава Богу, слава Богу. Мы это все будем... Со мной Господь.